Приехали. Разгрузка. Вот это и рыбаки. Сегодня я буду видеорежиссером и оператором. Вот сейчас они все это потащат. Не знаю, как они это потащат. Это еще трэш полный. Я не потащу. Я вот, мне вот дали. Мне дали опарыши их нести. Вот. Вот эту баночку мне нести надо будет. Вон они там живые бегают. Вкуснятина какая. Вот это я понесу. Остальное я не знаю. Ящики, это что за ящик? А два аккумулятора. У меня три. Пипец. А это еще что там за приблуда у тебя? GPS что ли? Кормка. О, опарыши расползлись, гады. Блин. А, вон, бегают точно. На, забирай. Фу. Красота какая. Погружаем, погружаем, ребята. Вот это здесь прорубь. Купался, видимо, в проруби. Я же снимаю, вы что? Детям вашим. Натягивай палатку. Натягиваю. Вертыши специальные, оказывается, какие-то нужны. Слава, покажи вертыш людям. Вот специально. Вкручивается в бетон под названием лед. Палатка. Не дают даже мне добраться до рюмочек. Да? Денис, до рюмок не дают мне добраться. Выше трэш пол. Сказали, взяли меня снимать им кино, наливать, а не снимать не дают, не наливать не дают. Вот. Ну, чтобы. Чтобы было рыба. За рыбу. Как ты жадно ее пьешь-то, как вкусно и аппетитно. А в банке-то ничего не осталось, все выпало. Вот, меня заставляет работать некоторые личности. Хотя меня назначили видеооператором. Значит, палатка генеральская стоит. Так, это сержант. Младший лейтенант. Это младший лейтенант. Старшой нет. Подожди, а ты же, а у тебя какое звание? А? Старлей. Старший лейтенант. Вот. Вот красота. Блин, дурак. Да где еще один вертыш? Вон лежит. А нет, Слава в руках. Ну, Денис, быстро, раз. Сейчас какой-то огромный у него. Он не базарит. Я же на заводе работаю. Вытащил из нержавейки, да? Ну. Или это этот какой? Нержавейка? Труба 22. Расположились лагерем. Показывай, своя. Осторожно. У Славки здесь все готово. Идем дальше. Это командирская. Без печки. Будем сами обогреваться, да? Температурой тела. Здесь еще нет, одна палаточка. В этих тоже нет. Ты не знаю, что делать, что сделать. Ну, все, а вон газ. Антон плавает. Вот у нас такая видеокамера. Антон, видишь, вот. Ждем рыбу. Также у нас тут этот стоит, как он называется? Радар? Эхолот. Эхолот. Ну, соответственно, у нас тут огурчики домашние. Чай. Чай только пьем. И вот ждем рыбу. Рыбу ждем. Где-то она должна выплыть. Киты.
Блин, тебе пизды сейчас дать или попозже? Чего ты видишься? Ну и что, клевало? На, нюхай. Огурчиком пахнет. О, блядь. Ну дай понюхай там, дай закусить, блядь. Дай мне рыбу, ну. Нет, Дэн, а что, как клевало? Дай пощупать. И вывозить его. Как клевало-то? Точно, блядь. На, резко. На его. У него как-то, блядь, залупа какая-то по-особому, по-любому. Ну-ка показывай. Дай к нему зайду. Он наебал, он всех наебал. А, нет, я покурю сначала. Рассказывай, да, с хитрости, хитрости свои рассказывай. Да, блядь, я сам в шоке. Сам в шоке? Вот они всегда так говорят. Ну. Рыбаки. Пытался попал. Окружили. Моя рыбка. Турист поймал рипуса. Вкуснятинка какая будет. Ну что, друзья, поздравьте меня. За это надо выпить. Поздравляем туриста. Поздравляем. Которого кроме водки ничего не привез, но поймал рыбу. Да. Поймал. Пошли, обмоем это дело. Какое счастливое. Всем доброе утро. Утро доброе. Все собираются по домам, разбираются. И мы даже все разбираем. Рыбы наловили. Полные ведра. Домой. Поехали домой. Уже на таких санях. Ну, туда на базу. Ну все, бурлаки на Волге. Пошли домой. Пока-пока, увезды. После Нового года еще придем. Таксист не захотел денег зарабатывать. Ну, не хочет, пойдем. Проветримся. Красота. Солнышко. Рассол. Перец горошком. Соль. Что там еще? Петрушка. Лаврушка. Петрушка, лаврушка. И еще что должно там быть? Кориандр или гвоздика? Гвоздика, кажется. Кориандр. Кориандр. И вот это все дело мы сейчас зальем просто водой. И будет селедка. Просто селедка. Все. Теперь сутки она будет лежать вот в этом рассоле. Соленом. Соль. Лавровый лист. Черный перец душистый, сахар комочек и кориандр или розмарин. Кому что нравится. Все, через сутки будем есть уральскую селедку. Настоящую. Вытащили на пробу рыбочку, одну селедочку. Сейчас покажем вам, что тут у нас получилось. О, смотрите, обалденный. Обалденная селедка уральская. Сейчас мы будем ее дегустировать. Так. Вместе со шкуркой буду есть. Меня не надо только снимать. Скажу одно, что это очень вкусно получилось. Очень и очень вкусно. Выключайте.